Наша сила в единстве. Жители Бокиординского района, которым не безразлична судьба пострадавших от стихии, провели благотворительную ярмарку. Инициаторами выступили сотрудники районного отдела образования и женского общественного объединения «Нарын Шуагы». На ярмарке учителя продавали кондитерские изделия, которые приготовили сами. Все вырученные средства будут перечислены в фонд помощи жителям, пострадавшим от наводнения. На благотворительную ярмарку пришли всем коллективом. Наши педагоги испекли пироги, торты и выставили их на продажу. Всю выручку, которая поступит, отправим пострадавшим, тем, кто живет в эвакопунктах. Желаем, чтобы они быстрее возвратились домой, чтобы все у них в жизни наладилось. Сегодня люди, потерявшие кровь, живут в эвакопунктах. Приуральцы и другие неравнодушные граждане собирают для них одежду, сопереживая тем, кто потерял все за один день. Жители Бокиординского района говорят, что не могли не оказать поддержку землякам в столь трудную минуту. Конечно же, в этом году паводковая ситуация сложная. Сейчас повсюду организуется сбор помощи. Мы тоже не остались в стороне. Организовали ярмарку сладостей. Здесь члены общественных организаций, школы активно участвуют. Главная цель – помочь людям. Сбор помощи пострадавшим в регионе продолжается. Екатерина Шмидт, Дидар Ихсанов, Акжаик Акпарат.